Стартовал 14-й международный кинофестиваль «Евразия». В этом году в город Астана съехались режиссеры и актеры со всех концов света. От Казахстана же участие в фестивале примет лента «Амре» американского режиссера Джеффа Веспы с Санджаром Мади в главной роли. Если вы вдруг забыли, то события фильма повествуют о поездке казахстанского тенора Амре Кашаубаева в Париж. Именно там он выиграл серебряную медаль на конкурсе вокалистов и стал первым казахом, попавшим на всемирную выставку «Экспо-1925». У меня хорошие новости. Думаешь, я с этим справлюсь? Надо показать миру нашу музыку через твой голос. А вот и сам голос степи. Это Антон Лебедев. Он о вас позаботится и сопроводит. Где учились? Я нигде не учился. А, вы у нас самоучка. Вы представляете Казахстан. Увидимся в Париже. Помимо ленты «Амре», в категории «Международный конкурс» будет представлено свыше 10 работ режиссеров из Латвии, Турции, Китая, Южной Кореи, Германии, Франции, России и многих других стран. В числе членов жюри от Казахстана в этом году Ермек Турсунов. Сам фестиваль продлится до 7 июля этого года.